Смотрите, где вы нашли, какую... Где вам... Маленькая такая, как бухта в море. Да. Саня. Я видела медузу. Уже? Да, да ты что? Ага. Они же только в августе приплывают. Я видела, вот там когда... Саня, смотри, что это такое? Ой, я под... Эти корни. Я думала, что что-то такое выплыло, знаешь, было похоже на птицу, на птицу. А тут, знаешь, с корабля, наверное, что-то такое. Это как... Вау! Как некрасиво, да, на побережье такие вот всякие, потом птицы в них вот так вот, знаешь, бывает, что... Смотри. Бывает беда. Заматывается ножками или еще как. Сейчас мы дойдем, слушай, до следующего какого-то тут пляжа. Там, видишь, еще какой-то пляж. Мама, смотри, тут вообще не туда. Ну, давай, ходи тогда тут, побудь. Тепленькая водичка, да? Вот здесь вот можно попробовать. Ну-ка. Да, 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 теплая. Как ручеек. Класс. Смотри, какие ноги белые. Подошки, да? Да, потому что ты знаешь же, ой, какой жучок. Давай мы его спасем, Сани, да, бедолага. Их много очень в этом. А он летать, смотри, умеет. Да, умеет. Ну давай, лети, друг. Лети, лети. Он не кусается, слушай. Нет, я боюсь. Он не кусается, я его трогала. Он лучший мой друг. Бедолага, а то он потом его я волны видела, возьмут и все, он видела, утонет. Я видела, там вот очень много таких. Да? Бедолага. Надо испытать, или мне идет без бальки. Ну полетишь или нет? Нет, он еще думает. У него крылышки могут. Давай мы его куда-нибудь на песочек. Вот сюда. Или давай туда понесем. Там трава какая-то растет все равно. Вау, как тут жарко. Я представляю, что в дюнах сегодня делается. Наверное, вообще как в бане, как в сауне. Вау, как жарко. Очень, очень. Сейчас я его куда-нибудь в тенечек какой-нибудь положу. Вот тенек, вот. Ну давай, иди сюда. Вот так. Саня, давай ты его сними от меня. Я боюсь. Ой. Вот так. Все. Вот так вот. О, и вот так вот. Вот. Вот он тут будет вот себе. Так вот. Пока вот обсохнут так вот. Крылышки. Лейкусик. Да? Лейкусик. Лейкусик хочу.